Опять хотелось бы поблагодарить всех наших партнеров, особенно торговый дом «Москва», который представляет ювелирную студию «Жар-птица» для ценителей серебряных золотых украшений. Они предлагают большой ассортимент классических и эксклюзивных ювелирных изделий российского производства. Ну, думаю, вам интересно узнать, кто же будет следующий выступающий. Это будет проект «Сиваха» — спортивно-культурный клуб «Вместе» и общественная организация «Творческая молодежь». Встречаем под ваши нескончаемые аплодисменты! Видишь знакомые силуэты на линии горизонта, тысячи воинов, достойных победы, покорно ждут света, сильные души, под кольчугой согрето имя, 1/6 части планеты, идет дождь, как часы, хорошие приметы, если начинаешь путь с чувства локтя. Вода точит камень, справедливость не случайно, задавай вопросы, читай между строк, кто должен и правит руслом твоих дорог, что с нами будет дальше, всему отпущен срок, выбор совершать тебе, никуда не деться, тревога в сердце и народ, блуждает в темноте, тучи закрыли небо, живая вода, мы сделаем эту воду святой, просто поверь. Вавилон не в силах заглушить наше общее «да», чаще вспоминай и вслух повтори слова «правда», здравомыслие, доброта, дружба, ответственность, любовь, уважение, память, отец и мать, родина, семья, единство, время, Бог выбирает, либо душой владеет тьма, выбирает, либо света первого рать. Я знаю, в тебе разгорелась война. Время выбирать, выбирай, либо душой владеет тьма, выбирай, либо свету первого рать. Я знаю, в тебе разгорелась война. Время выбирать, править и память по крепкой лестнице дедов. Мы все по кругу спотыкались, все ждет наших сынов. Твое сознание правит, доверю чистой силе слов, рожденных в вере и способных излучать любовь. Детство помню басы, со вкусом росы, с небом престолом, которым испытывал сны. Дороги были ясны, и цели были вы сны. Теперь выводит подъезды утопленников СМИ. И ты с ними, глухими, немыми, слепыми, за нас решили. На рабов, кандалы, загляни в паспорт, тебя лишили имени. Русский понял, не шили. Тогда кто мы? Информационные бомбы заводят каждый день, а ты, брат, сомнения, истину сей, а тебя приняли сонливость, апатия. Или вот упрешься один, не отбрасывая тень, а там в высоте над тучами черными свет. Солнце ведает истину, светит и светит и светит. И так пойми уже сотни прожитых лет, и мы на планете за каждый луч солнца в ответе. Мои доспехи промокли, но чувствую рядом плечо. Неистово дышит земля, и к действию бросится сердце. Народная память в жилах моих течет, от прадеда к деду, к отцу и младенцу. Выбирай, либо душой владеет тьма, выбирай, либо свету первого раз. Я знаю, в тебе разгорелась война. Время выбирать, выбирай, либо душой владеет тьма, выбирай, либо свету первого раз. Я знаю, в тебе разгорелась война. Время выбирать. Друзья, мы должны выбирать с вами правильные творческие арт-пространства, такие как море арт. И больше огромное спасибо за то, что есть. Мы должны выбирать здоровый образ жизни и вместе с ним творчеством доказывать свою правоту, доказывать свою возможность заниматься творчеством, нести свет и добро. Поэтому вместе спортивно-культурный клуб, вместе и творческая молодежь, а также Покровская застава с города Энгельса вас всех порадовала сегодня творческим номером. И я думаю, что мы будем все взаимодействовать на благо нашей Родины. Большое спасибо! Вы потрясающие. Ну что ж, снова наши партнеры, только уже представители, будут выступать сегодня для вас.